многоквартирном доме на Планерной завершился ремонт подъездов. За несколько месяцев рабочие отремонтировали козырьки, покрасили входные группы, уложили плитку и заменили перила. А также установили новые выключатели и почтовые ящики. По ходу ремонта специалисты старались прислушиваться к просьбам жителей и постарались их исполнить. Здесь мы обращали внимание на каждого жителя. То есть, если у жителей имелись какие-то дополнительные пожелания, да, то, собственно, в соответствии с их пожеланиями и колеровались все краски для стен. Потолки обязательно белые, а стены уже в зависимости от пожелания жильцов. Где-то зеленые, где-то синие, где-то даже желтые выбирают. Сейчас сотрудники фирмы-подрядчика докрашивают последние элементы. Этот ремонт был осуществлен в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Всего в городском округе планируется обновить более 400 подъездов.